положении долго останавливаться не приходится. Политический вопрос теперь вплотную подходит к военному. Попытка... Порошенко... Это такая же жалкая авантюра, как и попытка Корнилова. Но момент теперь трудный. Мы не можем потерпеть победы... Порошенко... Тогда не будет ни мира, ни земли, ни свободы. Я не сомневаюсь, что петроградские солдаты и рабочие, только что завершившие победоносное восстание, сумеют подарить корниловцам. У нас были недостатки, нечего отрицать, нечего, из-за этого мы кое-что потеряли. Но эти недостатки можно устранить. За нами большинство